Доброе утро, дорогие мои. Вы не представляете, мадам Лара послала меня на базар за молодильными яблочками. Что только эта женщина не сделает ради своей красоты. Ну что, не будем терять время? Пойдем, будем искать этот фрукт молодости. Какой самый популярный фрукт на планете Земля? Яблоко. Яблоко. Думаю, что яблоко. Клубника. Сколько сортов яблок вы знаете? Все. А какое вы выбираете? Красное или зеленое? Красная. Зеленая. Почему? О, стоп. Почему красная? А, красивый цвет. Потому что мне нравится красный. Ведь даже куртка красная. Слушайте, вы похожи на яблоко. А можно я вас укушу? Нет, не надо. Что можно приготовить из яблок? Ну, яблоко с карамелью. Внутри, когда карамель делают. Ух, ничего себе. Вас балуют родители или любимая девушка? Нет. Какое животное можно засунуть в яблоко, чтобы получилось в конце вот вкусное блюдо? Штрифель. Штрифель? Да. Спасибо большое. Пока. О, яблоки. Здрасте. Здравствуйте. Какие у вас вот есть здесь сорта? Вот азербайджанские, ага. Узбекские. Ага. Потом вот семеренко, хорошие яблоки. Чем полезны яблоки? Самые популярные яблоки, вот эти зеленые, хорошие для здоровья. Очень полезно для здоровья, да? Здоровья, да, а, да, да. А какие в нем витамины есть? Витамин С. Самый витамин хороший. С. Да, да, да. Ага. А вот почему женщины так часто покупают яблоки? Часто сезонный товар. Потому что они когда любят, женщины, которые беременны, они любят как покисловатые самые хорошие яблоки. А я слышал, женщины еще для похудения покупают. Для похудения яблоко берет вот такой Антоновка. Ага. Антоновка. Антоновка для похудения. Да, 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 да. Как выбрать свежее яблоко? Ну что должно быть? Твердое. Твердое? Твердое. Это ровненько, не побитое. Не побитое. Самое хорошее. Да, я понял. Все. Да. Спасибо вам большое. Да, давай, да, спасибо. Да. Хорошей вам торговли. Спасибо. Мадам Лара, вы знаете, что я узнал за эти яблоки? Оказывается, аромат яблок бодрит не хуже, чем кофе. Поэтому я предлагаю, все, хватит по утрам пить кофе, начинаем вдыхать аромат яблок.